В течение 4 дней во дворце спорта «Восток» и спортивной школе «Спартак Орехово» проходил всероссийский юношеский турнир по бадминтону, посвященный памяти основателя школы бадминтона в нашем городе, заслуженного тренера России Юрия Ивановича Дорофеева. На протяжении 9 лет соревнования юношеской серии Гран-при категории 3 звезды собирают спортсменов из разных уголков нашей Родины. В турнире принимали участие более 18 регионов России. Общее количество спортсменов составило 300 человек. В число лучших вошли и наши бадминтонисты. В одиночном разряде второе место заняла Екатерина Кут. В парной категории призерами турнира стали Владимир Никулов и Артем Серапионов, Дарья Серебрякова и Екатерина Кут, Александра Чеханова и Екатерина Кутаманова.